Зайка, посмотри, что творится. Как это вот можно было выкинуть? Я не понимаю вообще. Ну, вот так. Ты моя хорошая она девочка. Вот, собака признает, вот получается, за 2 часа она вот стала. Да собака просто, это ужас щенок, просто. Да, щеночек. Девулька, да, и зайка. Она мало то, что месяц у нее скулила. Вы ее брали на руки, ей больно было, не? Я ее брала через курточку, на курточку накрывала. Но она не встает, да? Отбита. Она привставала. Сейчас, моя зайка. Видимо, она, может, таз отбила или что. Потому что там она при падении, видимо, ну вот... Ать, все. Видно, что у нее боя. Ладно, надо завязывать. Сейчас я ее возьму, секунду. Сейчас, секундочку. Да, конечно, отбито. Это паразиты просто. У нее в пасти была кровь тоже. А я кровь откуда была? В пасти. Я водичкой ее через шприц, ну, так немного промыла. Сейчас попробуем. Так она так удачно лежит, да? Да. Так, сейчас попробуем это все приподнять, как бы. Так, чтобы я ее... Господи, это что же это... За люди такие. Вот так. Да. Угу. Все, отлично. Там кофр этот убери. Собака вообще. Щеночки маленькие. Девочка вообще, блядь, скотина выкинула ее. С 5-го этажа. Так. Девочка. На бок. Вот так, зайка. Хруст в бедре. Скорее всего, перелом бедра. Перелом. Есть, видно. Да, ну, видно. Вот хруст. Чи-чи-чи-чи, зайка. Чи-чи-чи, моя хорошая. Перелом бедра. Ну, бедро надо подтвердить, конечно, на рентгене. Одно дело сказать, другое дело, что делать рентген. Ну, еще гематома там видна. Ребра целы у нее, не? То есть и вот с этой стороны, вот он. Это, скорее всего, ссадина. Ссадина. Ну, я так думаю, это когда животина об ветку падала, зацепилась. Ну, слово ссадина. Ссадина, здесь мелкие ссадины. Ладно. Поставим еще раз, посмотрим, на скольких лапах стоит собака. На 3. Значит, не работает одна только задняя. Все, отлично. Все, несем. Перелом бедра есть, конечно, вот он. Так. Ну, можно заснять. Снимай. Перелом бедра здесь, да? Да. Перелом бедра. Все. А внутренние органы что-нибудь может показать? На рентгене ничего. Вот здесь вот пятно какое-то вот. Это что? Это воздух кишечник. А, просто воздух вообще. Так, вроде все, ребра целы, да?